Друзья, приветствую вас на своем канале. Сегодня будем разбирать очень простую объемную сеточку спицами. Посмотрите, какой прекрасный рельеф она собой представляет. Раппорт составит переплетение 4 петли и 4 ряда высоту. Пряжа в образце Drops Cotton Light 100% хлопок. Переходим к мастер-классу. Все внимание на экран. Начнем с первого ряда. Кромочная петля, лицевая, и не снимая петлю с левой спицы, провязываю еще раз вместе со следующей петлей лицевой за задние стенки. Далее делаю накид и две петли вместе провязываю одной изнаночной. Повторю раппорт. Лицевая петля, не снимая ее с левой спицы, провязываю вместе со следующей петлей за задние стенки. Делаю накид и 2 петли провязываю вместе одной изнаночной. Вот такой вот первый ряд у нас. Второй ряд также мыслим двойками. Кромочная, лицевая петля за заднюю стенку и лицевая за переднюю. Накиды все провязываем за передние стенки. И 2 изнаночные. Раз и 2. Повторяю, 2 лицевые, одна за заднюю, другая за переднюю стенку и 2 изнаночные. 2 лицевые, 2 изнаночные до конца второго ряда. Третий ряд будем вязать как первый, но здесь мы смещаем раппорт на 2 петли. Кромочная. Теперь я сначала делаю накид и 2 петли провязываю вместе одной изнаночной. А затем лицевая за заднюю стенку и не снимая ее с левой спицы, провязываю вместе со следующей петлей лицевой за задние стенки. Повторю, накид. 2 петли вместе одной изнаночной, лицевая, не снимая, еще раз провязываю лицевой вместе со следующей петлей. Из 2 петель вывязываю 2, это третий ряд. И, наконец, четвертый заключительный ряд. Здесь как второй, и по аналогии сместим раппорт. Кромочная, 2 изнаночные петли сначала, а потом 2 лицевые. Накиды я провязываю за передние стенки. 2 изнаночные, лицевая за заднюю стенку и лицевая за переднюю стенку. Друзья, на этом я завершаю мастер-класс. Надеюсь, вам все было понятно и доступно. Обязательно поставьте лайк. Желаю вам всего самого наилучшего, и мы скоро увидимся. Всем пока!